Аэропорт Пулково – беспрецедентный проект модернизации воздушной гавани Санкт-Петербурга, сочетающий в работе лучшие традиции отечественной гражданской авиации и передовые достижения мировой транспортной отрасли. Пулково – четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса – 18 миллионов человек в год. Аэропорт Пулково по итогам 2015 года был признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в рейтинге ASQ Международного совета аэропортов. В 2013 году воздушные ворота северной столицы вошли в десятку лучших работодателей Санкт-Петербурга по версии международного рекрутингового агентства Morgan Hunt. Наравне с управлением операционной деятельностью, ключевая задача воздушных ворот северной столицы – это реконструкция и модернизация аэропорта, обеспечивающая обслуживание пассажиров на уровне С по классификации IATA. В период с 2011 по 2015 год были построены новый международный пассажирский терминал, пассажирский и грузовой перроны, гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, комплекс автостоянок и другие важные объекты инфраструктуры аэропорта. Реконструировано здание бывшего аэровокзала Пулково-1. Теперь это часть централизованного терминала площадью 170 тысяч квадратных метров. Аэропорт Пулково стал победителем ежегодной премии Business Travel Awards 2016 известного американского журнала о бизнесе Entrepreneur Magazine. Список лауреатов был опубликован в майском номере издания. Журнал признал дизайн нового терминала воздушной гавани Санкт-Петербурга одним из самых интересных и инновационных в мире. Залог успеха и стабильности работы ООО «Воздушные ворота Северной столицы» – высококвалифицированный персонал. В компании работает около 4000 человек. Это команда профессионалов, которые каждый день обеспечивают безопасность полетов и предлагают пассажирам высокий уровень сервиса. В настоящее время среди востребованных профессий в аэропорту можно выделить специальности дирекции по пассажирским перевозкам. Агент по регистрации, агент дополнительного обслуживания, агент информационно-справочной службы, агент отдела розыска багажа. В 2016 году программа студенческих стажировок аэропорта Пулково «Взлетная полоса» получила вторую премию всероссийского конкурса Graduate Awards. Практика в Пулково – это уникальная возможность для молодых людей увидеть, как работает аэропорт, получить профессиональные навыки и бесценный опыт, а также стать частью дружной команды.